Ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Мы не пропали, мы снова вернулись на наш канал. Да. Мы такое. Пропали с такой ситуацией, потому что мы с Аней немного пересрались. Можно так сказать. И вообще в целом решили сделать отдых от канала, от постоянного телефона, от постоянных съемок. Съемок. Да, чтобы понять. Сейчас снимаем видео и понять в дальнейшем, кто с нами, кто нас ждет. Я видела, Петер вчера написал, где вы пропали. Так вот, Петер, мы не пропали, и я надеюсь, что не только Петер за нас переживал и думал, где же мы, почему целую неделю нет ни одного видео. Но, не знаю, я, наверное, сейчас пока прервусь, потому что слишком громко, наверное. В общем, ребята, начнем с того, что к нам больше никто не приходил, не стучал нам в дверь, не звонил звонок, слава богу. В общем, с этим все вообще хорошо, и слава богу. Вот, а так неделя прошла, ну, честно говоря, не очень. Все из-за курсов, потому как дело не в учебе, именно там в заданиях, все такое, нет, не в этом, а в учительнице. Опять в учительнице, потому что она уже, ну, реально пригибает палку и реально... Я не знаю даже, как подобрать слова, потому что она реально всех обижает. Ну, по-другому никак не сказать. Да, можно хуже, конечно. Унижает, обижает, я не знаю. Я никогда не могла подумать, что в Германии такое может происходить, потому как здесь вроде как буллинг, и все это с этим очень строго, и тут такого быть не должно. Ну, не знаю. Она не ведет себя как преподаватель. Да, преподаватель так себя вообще не должен вести. Тем более с тобой сидят не дети, да, взрослые люди. Все взрослые люди. И сейчас там будет тема, а именно взрослые люди, которые были с нами. И они поменяли преподавателя. Сейчас расскажем. У меня сейчас телефон тяжело держать. Так вот, ребята, всю неделю она над всеми, ну как над всеми, над многими пыталась как-то подшучивать, подкалывать, все такое. И девочка, в общем, отвечала на задание, пыталась ответить, как бы нормально там, без всякого. И она ее слушала, и уже просто так вот махнула рукой, типа помолчи, что сказала на немецком, типа, не знаешь, лучше вообще помолчи. Человек пытался просто в группе, ну, типа, она задала вопрос ко всем в группе. Люди молчали, потому что, ну, не все сейчас хорошо знают. Смотрят люди. Бабушка смотрит телефон, потому что я же перевернула камерами к нам. И девушка такая решила, типа, подняла руку, типа, говорит, я хочу ответить. И она хотела попытаться, только как она немножко уже знает немецкий. Да, она хорошо понимает. И речь, да, она склала речь, но немножко, может, неправильно, я не знаю. Но, тем не менее, человек попытался и как-то, ну, не побоялся, захотел ответить, а просто тебе преподаватель. У нас новые подписчики на ютубе. Я не знаю, что там было, я нажала вообще, да. Все сбило. Ничего страшного. Как люди там, наверное, будут. Ой, я не могу держать, подожди. Ну, короче, она берет вот так вот рукой и махает, типа... Nein. С таким, типа, вообще помолчи лучше. Ну, действительно, мимика ее выдает просто запросто. Девушка испугалась, типа, ну что, я попыталась сказать. Она всегда, кстати, ее задевает, она там читает что-то, она поправляет ее, знаете, не так как бы спокойно, да, вот объясните, там, неправильно прочитала. Она прям громко, прям кричит. Зато когда другие читают неправильно, она вообще не обращает внимания, типа, а, окей. Да, там человек, например, сказал слово. Не знаю, такое, ну, любое слово. Настя, типа, я не могу держать. И она сразу, типа, Настя. Бюро, вот так, я не знаю, там, или да, бери, пожалуйста. Мы купим штатив. Короче, не могу я уже никак держать, не так. Короче, завтра покупаем штатив и нормально будем снимать. Да. Вот, что еще? В общем, два человека с группы, это взрослые люди. Им старше ее, я думаю. Может, где-то по 60 лет. По-моему, да? Ну да. Мужчина и женщина, муж и жена, они поменяли преподавателя. Да. Она постоянно вызывала этого мужчину, смеялась, когда он там что-то неправильно говорил. И, в общем, ну, я думаю, что это было причиной того, что они поменяли преподавателя. Потому как они реально, ну, им тяжело усваивать информацию, это все понятно. Она гонит, она не дает времени человеку подумать.
Там вожжи, кого она вызывает, так, в принципе, со всеми просто, ну... Да, меня просто удивляет, когда она реально... Так, открыли книгу, не прочитали задания, даже секунды не прошло, ни минуты, давайте отвечать. Так человек даже не понимает, дайте почитать минуту хотя бы. Конечно, тем более задания что такие, это? Где нужно вставить уже слово. То есть она вот вызывает, говорит, Ханна, я должна читать, я первый раз вижу это задание, я должна уже на автомате знать, что туда вставить. Что вставить, ищи ответ сразу же. А потом ее это не устраивает, и она начинает, что вы типа делаете после учебы на хметах с таким типа. Но это было еще давненько, да, но это просто запомнилось, и это тоже было с таким. Ну, как бы, я в шоке, честно. Да, я тоже в шоке. Это такой подход к преподаванию мне вообще непонятен, вообще. Отвечай, что хочешь, типа, но только правильно ответь мне, ты должен все знать, вот я тебе... Так еще самый еще такой минус. Она берет, вот страница одна, через... Ответили, ну, ответили на задание, она перелистывает... Настя, не опять здесь. Это наши новые, видимо, подписчики, ребята, ходят, не знаю. Хотят подписаться или что спросить, мы не знаем. Давай, рассказывай. Так вот, и она берет через каждую минуту, там, например, задание решили, все, она говорит, так, перелистнули книгу на одну страницу, потом на другую, потом на другую. И типа, блин, это такое что-то непонятное, потому что иногда задания бывают отличаются. Да, тема может быть одна, но все равно задание отличается от того, чего мы не учили даже. Меня это очень раздражает, что вот такое непонятное, балаган какой-то происходит. Ну и, в общем-то, эти муж и жена, они подошли к русскоговорящей женщине, которая там работает, которая нас всех туда записывала. Ну, да. И договорились, видимо, чтобы их перевели к другому преподавателю. Да. Вот, я не знаю, конкретные причины, ну, в принципе, все догадываются. И когда они уходили, она просто, можно сказать, тоже кричала, что типа... Она доставала эту женщину. Типа, учите, учите. Потом, когда они ушли, она начала обсуждать, что вы же понимаете, как они читают, показывают, типа... Начинает опять издеваться. Кривляет, ну... Кривляет, типа, опять, вот так. Ну, это типа, надо видеть, реально, говорят. Это надо было видеть. Что это такое вообще? Просто обсуждение, люди ушли, а она продолжает, типа, они не Ферштейн, они не Лернен, типа, все. Так ты должна дать была Ферштейн этот. Конечно, тебя не будет. Она показывает, типа, что вот его жена пишет, а он просто сидит и ничего не пишет. А там женщина ей сказала, что он переболел инфарктом, а она такая, типа... Типа, и что? И что, да. А он действительно было видно всегда, что он нервничал, когда она его вызывала. А она всегда смеялась. И делала так, чтобы типа все посмеялись, потому как она супер шутит. Такие шуточки. Над человеком. То кто-то худой у нее там вообще. Там тонкий. Тонкий. А одна супер героиня такая вся классная. В общем, я не знаю, у нас это все очень сильно как-то... Угнетает, реально, ты ходишь на курсы, ты хочешь как-то вникать в информацию, изучать язык, а такая атмосфера давит на тебя, и ты думаешь, а в следующий раз она тебя не унизит? Ну, реально такое вот возникает. Настя, так вот, даже если с нами это произойдет, нам будет фиолетово, пусть унижает, что хочет, то и делает, но мы это просто так не оставим. Как это делают многие, не реагируют на это все, но это не про нас. Она еще бесится, во-первых, что эти люди ушли, зарплата у нее урезана. А, кстати, нормально. Да. Из-за этого она очень бесится, потому когда еще две девушки летом будут уезжать в Украину. Да, сейчас Настя расскажет, в общем, последнюю ситуацию, что было с этой же женщиной, которая с мужем поменяли преподавателя, что было в этот последний день, когда она узнала, что они уходят от нее. Да, просто за этим всем наблюдала. Да. За учительницей, за ними. Давай. Короче, я не наблюдала. После того, как они пошли, обратились к русскоговорящей женщине насчет того, что они хотят поменять преподавателя, видимо, я все-таки думаю, это мое мнение, что они пожаловались именно на учительницу, что ей не подходят вот эти всякие шутки. Я не думаю, что они это сделали, Настя. Ну, навряд ли, я, потому что она уходила и сказала иншульдигун. Так, короче, потом они же пришли, ну, это женщина, которая урок, поменяла преподавателя. Да, начался урок, она, попугайчик, смотри, класс. Ой, класс, смотри, сними, сними. Мальчики у нас летают, кошка новая. Иди сюда, ты откуда? Блин, мне... Так вот, ситуация. Начался урок, и я наблюдала за женщиной и этим мужчиной, и за нашей учительницей. И только начался урок,
учительница начала резко задавать вопросы к этой женщине, начала задания. Повалить ее тупо вопросами, отвечая мне на каждый один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Потом второе задание, она тупо повалила ее такими вопросами, человек даже ничего не успел опять-таки, не почитай ничего, давай отвечай мне. Ну, это было прям сильно. Из-за этого, из-за того, что она увидела, что она в переводчике. Да, еще она заметила, что типа она, женщина эта сидела в переводчике, она решила ее достать, доконать конкретно. Это было, видимо, видно очень, как она злится, учительница. Особенно ее это разозлило. Урока, расскажи, ну быстренько, потому что у нас уже время. Да, и, короче, это и вывело ее, видимо, и она решила так поиздеваться, я назову это так, над ними. Потом уже был конец урока, было задание написать электронное письмо другу или любимому человеку. Ну, как я сначала перевела, там было сначала любимый человек, а потом там было написано своему другу. И, короче, нужно было не написать там, знаете, «Hello», типа «We hates», там и дальше расписывать, а надо было определенные слова подбирать. Я не помню, еще какие-то, то, чего мы не знали. И, короче, весь класс не мог ответить. Она задала вопрос, типа, вот, как вы написали все? Она ушла, потом пришла и говорит, что, написали? Типа, давайте отвечать. И, короче, и все молчат, потому что реально не знали, как правильно подобрать слова, как правильно сказать речь. Она взбесилась очень сильно. С такими, я даже не знаю, это не помню. Мимика была. Мимика была видна, типа, что вам, это такое легкое, вы не могли это... ответить, типа, все, как это так, что никто не смог с таким... Разнервничалась. Уже конец урока, она хватает телефон, вся такая в телефоне, типа. Да. И все спрашивают, а где домашнее задание? И она говорит, типа, что, типа, это письмо, и все, типа. И потом такая, Морген, и телефон сразу взгляд забрала. Да, было так видно, как она нервничает. И телефон, вообще. Да, типа, этот, ни с кем не этот, не хотела прощаться. Потом, когда все уходили и говорили пока, она вообще никому не отвечала. Ну, так, иногда... кому-то, может быть. А так вообще я заметила, что нет. И вообще, ну, все, конечно, посмеялись, что у нее реально какие-то... Ну, мне так кажется, что психическая она чем-то, видимо, болеет или что, не знаю. Короче, Настя, вот. Короче, да, очень взбесилась. И потом на следующий день она, типа, была милой, ну, как я помню, ну, в начале. Какой, да какой милой? В начале. Вот это во второй день они ж ушли, и вот это она их пообсуждала, и была более-менее там... Ну, уже, знаете, спокойнее стал голосок чуть-чуть, потому что она знает, что сейчас люди будут уходить, и зарплата еще меньше уменьшится, и смысл-то какой. Все увидели, что есть возможность, наверное, поменять преподавателя, и поэтому, я не знаю, может, из-за этого она поняла, что надо как-то успокоиться. Ну, не знаю, в общем, ребята, как-то так, сейчас уже время, уже надо бежать в магазин. А, мы же еще худеем. Да, мы вам не рассказали. Целую неделю. Это мы расскажем уже в следующем видео. Да, руки так трусятся. Что, все, ребята, всем хорошего настроения. Будем на связи, мы не пропадаем. Да. Пока. Пока.